Грязновка, Ростовская область. Грязновка – хутор в Красносулинском районе Ростовской области. Входит в состав Башковского сельского поселения. Основан в 1810 году. Население – 199 человек на 2010 год. География. Хутор находится рядом с балкой Грязной. Улицы. Улица Горная, улица Кооперативная, улица Корниенко. Башковское сельское поселение. Муниципальное образование в Красносулинском районе Ростовской области Российской Федерации. Административный центр. Хутор Башковка. Население. 3797 человек, 2017 год. Состав сельского поселения. Станция Башковка. Хутор, административный центр Башковка. Хутор Володарский. Хутор Грязновка. Поселок Колонка. Хутор Обухов номер 4. Хутор Обухов номер 7. Поселок Тополевый. Хутор Чекунов. Хутор Чернецов. Заброшенный хутор Калинов. Грязновка, Ростовская область. Известные люди. На хуторе родился Корниенко Иван Михеевич, герой Советского Союза. Корниенко Иван Михеевич. Он родился 8-го, 21-го по старому декабря 1917 года на хуторе Грязновка, ныне Красносулинского района Ростовской области. В крестьянской семье, учился в Чернецеовской, а затем в Башковской школе. С 1933 года учащийся ФЭЗа, работал слесарем в депо. Затем помощником машиниста паровоза в Каменске, окончил аэроклуб. С 1938 года в рядах Красной армии. В 1939 году окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов. С декабря 1941 года лейтенант Иван Михеевич Корниенко на фронтах Великой Отечественной войны сражался в составе 270-го истребительного авиационного полка, 152-го гвардейского истребительного авиационного полка, командиру эскадрильи 270-го истребительного авиационного полка, 203-й истребительной авиационной дивизии, 5-я воздушная армия, Степной фронт. Капитану Корниенко указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 сентября 1943 года присвоено звание Героя Советского Союза, номер медали номер 1253. Принимая активное участие в воздушных сражениях на Курской дуге, капитан Иван Михеевич Корниенко особо отличился в боях на Белгородском направлении. Только за один месяц, с 5 июля по 6 августа 1943 года, его эскадрилья участвовала в 87 воздушных боях, в ходе которых было сбито 37 самолетов противника. Своих же потеряли только два. Корниенко умело командовал боевыми действиями летчиков эскадрильи. Сам был хладнокровным и отважным мастером воздушного боя. Летая в небе Белгородщины, на самолетах Як-7 и Як-1, он решительно шел на сближение с врагом, не страшась его численного превосходства. Вот лишь некоторые примеры из его боевой жизни тех дней. 6 июля. Выполнял со своей эскадрильей боевую задачу по прикрытию действий наших штурмовиков в районе Белгорода. Встретившись с группой гитлеровских истребителей, смело их атаковал и в завязавшемся бою лично сбил один Ми-109. 8 июля. Находясь в аналогичной обстановке в районе Прохоровки, не уклонился от встречи с превосходящим противником и лично сбил два ФВ-190. По мере того, как сражения на Курской дуге становились все яростнее, набирая все большую силу, вылеты следовали практически каждый день, а иногда и по нескольку раз в день. Вот и 9 июля. Вылетев на боевое задание в район Томаровки, Корниенко первым решительно атаковал превосходящего противника и в закружившейся воздушной карусели сбил одного мессера. 11 июля. Прикрывая наши наземные войска в районе Прохоровки, он был неожиданно атакован группой самолетов врага. Не растерявшись, смело вступил в бой и первым сбил в завязавшейся схватке мессершмитт, показав своим подчиненным пример отваги, мужества и летного мастерства, перемолов отборные части и соединения гитлеровцев в оборонительных сражениях. Наши войска после тщательной подготовки 12 июля перешли в решительное контрнаступление. Добавилась работа и нашим летчикам. 17 июля четверке Яков во главе с Корниенко было приказано
вылететь на прикрытие наших штурмовиков в район Верхопения. Подлетая к указанному месту, Корниенко обнаружил на подходе восьмерку вражеских Ми-109. Быстро оценив обстановку, КМСК решительно повел своих подчиненных в атаку, приказав не нарушать строя. Воздушная схватка была жестокой и скоротечной, потеряв несколько самолетов, один из которых сбил Корниенко. Враг поспешно ретировался. 3 августа. В районе Белгорода отважный КМСК сбил один Мессершмитт. А на следующий день, находясь на боевом задании в том же районе, сбил лично два Ми-109. Тем временем, прикрываемые штурмовики получили возможность четко выполнить задачу по разведке. Вся летная группа была сохранена. Добытые разведданные были своевременно доставлены советскому командованию. Вторично вылетев в тот же день в район Стрелецкой, Корниенко в воздушном бою сбил еще одного мессера. Отважно действовали летчики эскадрильи капитана Корниенко летом 1943 года. Так, 4 августа, сопровождая звено Ильюшиных на разведку, истребители встретили в районе Белгорода 12 Ми-109. В завязавшемся воздушном бою было сбито 4 мессера, 2 из них на счету Ивана Корниенко. В этот же день он сбил еще один мессер. Еще не раз выходил победителем в боях с фашистскими летчиками Иван Корниенко. Только в Белгородско-Харьковской операции он сбил 11 самолетов. 6 августа. Сражаясь восьмеркой против 12 самолетов противника, он также сбил один самолет врага. Действуй всегда решительно и бесстрашно. Прославленный летчик Иван Корниенко к 7 августа 1943 года совершил 225 боевых вылетов, провел 77 воздушных боев, в ходе которых лично сбил 14 самолетов противника. 15 сентября 1944 года гвардии майор Корниенко был сбит зенитной артиллерией противника. К тому времени он выполнил 418 боевых вылетов, проведя 118 воздушных боев, сбил 24 вражеских самолета лично и 2 в паре. До 17 марта 1945 года находился в плену, затем вернулся в свою часть. Вспоминает дважды герой Советского Союза Луганский. Трудно начавшийся день завершился печально. Мы потеряли хорошего летчика, героя Советского Союза Ивана Корниенко. Произошло это неожиданно. Как случается любое несчастье. Мы осознали, что произошло, лишь тогда, когда увидели подбитый самолет. Потери товарища всегда болью ложится на сердце. Иван Корниенко был прекрасным летчиком. Вместе с ним мы воевали в тяжелые дни Сталинградской битвы. Затем Курск, Харьков, Сандомир. Уж в каких, казалось бы, переделках не побывал Иван Корниенко и оставался жив. А тут самолет Корниенко не горел, даже не дымил. Стараясь понять, что произошло, я кружился совсем близко. Сквозь фонарь видно было, что летчик почти все время роняет голову на руль. Сомнений быть не могло. Иван ранен, вражеская пуля угодила в летчика. Под нами была чужая территория, бугры, кустарники, большой овраг. Даже самолет не посадить. Вернее, посадить можно на брюхо. Но уж взлететь не удастся. Нарядная, с несколькими рядами звездочек на фюзеляже, машина Корниенко обреченно опускалась к земле. Как потом выяснилось, Иван действительно был ранен. Борясь с беспамятством, летчик все же нашел силы посадить машину. Но на земле потерял сознание. Очнулся он от грубых толчков. Открыл глаза. Какие-то люди, в непонятной форме. Не немцы, но и не наши. Вылезай, друг, отлетался. Власов ЦИ. Корниенко обмер, желая выслужиться перед немцами. Предатели не гнушались никакой грязной работой. Недаром гитлеровцы использовали их при самых кровавых расправах с мирным населением на временно оккупированных территориях, видя, что война немцами проиграна и неминуемо приближается расплата за предательство, за преступление перед своим народом. Власовцы и в безысходной злобе творили неслыханные бесчинства. Они искали любого случая, чтобы сорвать накопившуюся злобу, хоть как-то потешить свои гаденькие трусливые душонки. Захватив раненого летчика, предатели долго измывались над ним. Они, конечно, поняли, что им в руки попал далеко не рядовой летчик. У Ивана Корниенко вся грудь в наградах, звезда Героя Советского Союза. На фюзеляже боевой машины несколько рядов победных звездочек.
заслуги Корниенко в боях с фашистами, как ни странно, спасли ему жизнь. Власовцы и не решились прикончить столь важного пленного. Поиздевавшись вдоволь, они доставили его в жандармерию. После допросов и новых издевательств, немцы поместили пленного летчика в лагерь. Иван потом рассказывал о мучениях, которые ему пришлось испытать. Он показывал уродливые шрамы на теле. Следы рваных ран, от зубов овчарок. «Звери, а не люди», — рассказывал Корниенко. В конце концов, Корниенко удалось бежать из плена, и он вернулся в родной полк. Но случилось это много позднее, когда мы были уже в Германии. Иван Корниенко, сбитый немцами русский летчик, истерзанный в немецком плену. Он, бывало, плакал скупыми злыми слезами, вспоминая издевательства в лагере. Но как он, ласков и нежен был, с немецкими ребятишками. В душе этого русского человека, ничем нельзя было вытравить светлые отцовские чувства. После войны Корниенко продолжал службу в ВВС СССР, был инспектором по технике пилотирования на Дальнем Востоке. Помогал молодым летчикам осваивать новую технику. Его жизнь трагически оборвалась. 17 марта 1948 года. В авиакатастрофе под Южно-Сахалинском. При испытании реактивного самолета. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, трижды Александра Невского, Отечественной войны первой степени, медалями в городе Красный Сулин. Его имя увековечено на Мемориале Победы. На Аллее Героев установлен барельеф Корниенко. В Парке Победы Каменско-Шахтинского героя установлена мемориальная доска.